Очень тяжело постоянно перечитывать имена погибших ребят. Многие из нас ищут в этом списке своих друзей, не говоря уже о том, что в глубине души мы лелеем надежду на то, что многие из них не погибли, а пропали без вести и еще вернутся. Об этом написал на своей странице Facebook глава аналитического центра Иннокент Тигран Абрамян в связи с распространенным сегодня новым списком армянских военнослужащих, убитых в Нагорном Карабахе. В нем имена еще 147 военных. Он отметил, что после войны по разным каналам постоянно ищет офицеров, контрактников, призывников, с которыми он когда-то столкнулся. «Я осторожно пытаюсь выяснить, в строю ли они, ранены», – пишет Абрамян. В завершение он также призвал армян взяться за ум. «Нам нужно собраться, образумиться», – советует Абрамян.